Потому что, вот, к примеру, опять же, вернемся к щуркам. Там у них очень интересная иерархия. У нас как квартира по кругу, мы прорубили на балконе две двери. Можно из комнаты выйти, из кухни, то есть квартира располагается по кругу. Для чего это было сделано изначально? Чтобы птица могла летать, не останавливаясь. То есть я не содержу птиц в клетках принципиально. У меня есть клетки, они заходят, живут там, спят. Они закрываются сами, чтобы... Да, они летают постоянно, когда захотят, выходят, захотят, заходят. И таким образом мы, например, ложимся спать, идет осенняя миграция. И за ночь птица, не останавливаясь, может сотни километров летать. То есть это мое ноу-хау. То есть я вот так вот изобрел циркулярный вольер. Как правило, вольеры, они же все прямоугольные, да? А тут именно должен быть циклический круглый вольер. И птица не останавливается. Как будто белочка в колесе, да? То есть она, белочка, наматывает километры. Там хомячок, неважно. Так и птица. Она в циркулярном вольере, она может летать сотни километров. Тем самым ее мускулатура всегда подтянутая, ведь птица в неволе очень часто погибает от того, что она дряхлеет от неспособности летать. Вот, все мои птицы имеют такую способность.